Сдавать нормы ГТО легко и просто смогут и ученики спортивной школы «Надежда». Здесь появилась новая и современная площадка. Турник, брусья, помосты, специальное покрытие, разметка. На площадке есть все необходимое для сдачи норм ГТО. Новый спортивный объект появился по программе софинансирования на средства из регионального и муниципального бюджетов. Здесь можно сдавать почти все нормы ГТО. Здесь есть площадка для прыжков в длину, можно подтягиваться, можно делать наклоны, которые тоже входят. То есть порядка 10-12 нормативов на этой площадке можно сдать. Больше всего новой площадке рады воспитанники школы, юные спортсмены и черлидерши. И размяться есть где, и отработать новые трюки. А в хорошую погоду занятия теперь будут проходить только на свежем воздухе. У меня была мечта, чтобы мы могли тренироваться на улице. Поэтому, конечно, мы отжимаемся, мы приседаем, мы делаем прыжки в длину. У нас есть возможность делать на свежем воздухе все эти упражнения. И это на самом деле действительно немаловажно, что общую физическую подготовку мы с группами теперь тоже можем задействовать улицу и на нашей территории. Никуда не нужно идти, это очень близко, в шаговой доступности. Всего в Химках за 3 года появилось 32 площадки ГТО. За 5 лет в городском округе было установлено 100 спортивных площадок и открылось 12 спортивных центров. Алена Беляева, Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.